Инвестиционная программа работает. В лицее номер 11 за счет внебюджетных средств провели ремонт. Теперь никаких протечек на крыше. На очереди благоустройство территории. Нам была сделана крыша 770 квадратных метров площадью, там, где текло. Нам была сделана периметральная сетка на спортивной площадке 3D 120 метров. И подсобное помещение, там, где ТБО для хранения различных приспособлений, которые необходимы для того, чтобы в порядке и чистоте держать территорию. Ремонт сделали быстро, за 2 недели. И главное, до начала учебного года. Администрация школы очень внимательно смотрела за ремонтом, который мы выполняли. В особенности это кровельные работы, да, потому что это действительно большая проблема, протечки и так далее, которые здесь были. По периметру школы установили забор, чтобы отгородить теплотрассу. Там косогор, там неприспособленная территория и к тому же опасный для там здоровья и безопасности детей, объекты в виде труб. Теперь территория школы стала намного безопаснее. Также по инвестиционной программе достроили и уже ввели в эксплуатацию один из проблемных объектов округа. Школа по улице Микояна в микрорайоне Сходня. Застройщик вложил в этот проект около 500 000 000 рублей. Новое здание рассчитано на 550 мест.